Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Я в офис Oriflame, мне пришел очередной мой заказ по действующему каталогу. Много всего интересного, заказ на этот раз тоже очень большой. Значит, похолодало. Вчера была такая жара за ночь, значит, произошло резкое снижение температуры. Был дождь, и, в общем-то, сегодня прям так свежо очень на улице. Вот. Я за заказом, в прошлый раз вам показывала свой заказ, заказывала вот эти вот серьги с розовым кварцем, значит, вот эти вот часы. Вы мне написали, что очень многим часы понравились, действительно, они классные, даже в каталоге они, может быть, немножечко смотрятся как-то проигрышно, я бы так сказала, но они классные, комфортные, удобные, прям крутые. И я заказывала кольцо к этим серьгам, у меня была пересортица. И у меня вместо Сережи пришла брошка. В общем, я сделала замену. Мне должно прийти кольцо. Заказала 17 размера, так же, как и хотела изначально. Ну, не знаю, там ободочек такой тоненький у кольца. Надеюсь, будет с размером хорошо. Так что много всего интересного. Хотела вам что еще показать. Сейчас немножечко вас передвину. В прошлой версии вот было такое кольцо с розовым кварцем. Кстати, оно тоже сюда, к этим серьгам подходит. Но я думаю, что в таком комплекте, в дуэте, будут эти два кольца смотреться замечательно. Ну, надеюсь, что оно пришло. Так что сейчас все, конечно, посмотрим. Сейчас, пока с вами разговаривали, смотрю, значит, кто-то звонит в входную дверь в домофон. Все вижу, посмотрела, пришел курьер. Я сижу здесь в машине, курьер, в общем, там около подъезда. Разминулись мы немножко, но ничего, Максим заберет посылочку. Курьер принес посылочку, заберет он тогда ее. С одной стороны, вот эти вот всякие технологии, конечно, удобны, но в пределах разумного, я считаю, что должны быть все эти технологии, конечно, которые существуют, чисто для удобства, для комфорта, но не в глобальном масштабе, конечно, как все это прогнозируют, планируют и хотят внедрить. Так что вот такой век у нас интересный, да? Действительно. В общем, жду маму, мама что-то не идет, хотя уже это... Я говорю, давай, я тебя жду. Ну, в общем, сижу, жду. Машину грею, даже не знаю. 14 градусов автомобиль показывает. 14 градусов. Вчера 30 в шортах, в босоножках. А сегодня вот 14. Так что вот как-то так. У нас то холод, то жара, то опять вот такое вот похолодание. Привет! Привет! Не замерзла, пока шла? Нет, я бежала. Молодец! Ну все, поехали. Я только что приехала домой с родительского собрания. Настя тут начала делать салат. Писала мне там, мам, купи помидоры, оказывается. Я помидоры, ладно, купила, а то, что купить банку шпрот... Это я уже, знаете, даже и не прочитала. Перед собранием еще успела забрать посылочку. Вот такую, с вкусняшками с почты. В общем-то, ждала из Карачаева-Черкесии. Республика Карачаева-Черкесия. Такие вот вкусняшки. Так, ну что, сейчас посмотрим, что я взяла. И попытаюсь, как хорошо все упаковано. Что просто, потому что там, наверное, в стекле все-таки они, в стекле, я думаю. Так, ну что, я взяла батон, а потом еще взяла бородинский хлеб, помидорки для салата, взяла, значит, вот такой вот шпик по-домашнему ГОСТовский, потом я взяла вот такие вот вкусные штучки к чаю, вот, и взяла докторскую колбаску, ну и все, собственно говоря, и вот посылочка, сейчас открою ее, покажу. Смотрите, я открыла посылочку, и здесь у нас
Балхам. Ссылочку оставлю в инфобоксе под видео, где я такое заказала, где такое можно, в общем-то, заказать. И это у нас, посмотрите, какой состав. Смола сосны, натуральный горный мед, топленое масло. Здесь вся пищевая ценность указана. Вот так вот выглядит. Натуральный продукт. Вот такой вот. Так что вот такая вот посылочка. Ждала, очень ждала. И вот наконец-таки она до меня долетела. Вы знаете, такая интересная история этого платья. Вот в этом платье я была на своем последнем звонке в 11 классе. Можете себе представить? Прошло столько лет. Это платье также актуально. Сейчас вам покажу. Оно также симпатично. Оно очень хорошо сохранилось. Ну, просто в прекрасном состоянии. Оно мне как раз, понимаете, да? Я не изменилась. И самое главное, кстати, это платье мне мама шила моя. Мы выбирали ткань, и мама шила мне это платье, и шила платье на выпускной. Вот. И почему я вам показываю вообще это платье? Завтра у Насти последний звонок. В общем-то, у нас такие приятные хлопоты. Последний звонок будет начало 8:30. 6 утра она записана к парикмахеру. Но я буду дома собираться сама. Максим ее свозит к парикмахеру. Вот, и потом покажу эту красоту. У нее красивое платье другого совсем цвета. Я, конечно же, иду на последний звонок, но не в этом платье. Хотя вот сейчас, знаете, его достала и думаю, а что? А можно его носить и куда-нибудь использовать. А почему нет? Нарядное, красивое такое платье. И самое главное, что оно... в таком хорошем очень состоянии, и раз добротная такая качественная ткань, то ничего ему не произошло. Можно было сшить платье, кстати, на вот эту вот сторону, видите, она такая атласная, если вам видно. Такая вот атласная сторона, ну, видно. Да, и цветы были бы такие выпуклые. Но мы решили сшить вот на эту, на матовую сторону, и цветы вот стали такими блестящими, нарядными. Если как-нибудь найду фотки, покажу вам обязательно. У меня из, мне кажется, DJ Collection были такие туфли сантиметров, лодочкой сантиметров 10-12, тонкий каблук. Кстати, DJ Collection натуральные туфли, мне кажется, они у меня до сих пор есть где-то. А вот, ну я им что-то не пользуюсь, они мне как-то маловаты, что ли, или что с ними, не знаю. В общем, они такие туфли, как я говорю, одноразовые, вот такие, которые высокие такие, ну, в общем, да, они одноразовые. Но смысл остается прежним. Прикольно, прикольно, слушайте, одела, настроение так поднялось. В общем-то, прикольно, конечно. Кстати, где-то и платье у меня с выпускного есть розовое. Розовое платье было с выпускного. Но там уже такая майка на бретельках. Такая юбка пышная, подъюбник, сетка. А такой тут завязывался сзади бант. А вот такой розовый. В общем, там совсем другого плана платье. Тоже мама шила мне платье на выпускной. Вот, поделилась с вами немножко... частичкой своих воспоминаний, своей как бы жизни, таких теплых воспоминаний, которые всегда радуют, греют душу. И, в общем, завтра у нас последний звонок. Потом парад выпускников в трех районах будет около от администрации города, где у нас там Телфронта находится, будет парад, шествие. Вот, а потом они куда-то классом собираются сходить. Так что вот как-то так. Мама говорит, что вечером посидим.
Я говорю, а с кем сидеть? Этот, как... Ну, господи, ну не именинник, а виновник всего этого торжества собирается с классом идти. Поэтому пока планы вот такие. Так что дел на сейчас много, надо и платье Насте погладить, и там еще народ парикмахеру, и голову помыть, и мне самой там хочу голову помыть, и в общем все дела собрать. Ой, ну господи, там все такие... Надо и туфли, и ой, ну, в общем, сами понимаете, все дела. Туфли, какие украшения она одевает, там, что я одеваю, чтобы завтра уже не... Как вот такими... Опаздываем! Как обычно мы. Мам, ты самая последняя, чтобы вот не было такого... Подождите, мы бежим, да? Вот. Ну, чтобы все было уже, знаете, так... Без вот этой лишней истерики, я считаю, без лишней истерики. Ну вот, слушайте, ну мне так платье нравится, что можно хоть в нем завтра идти, как говорится. Вот, но я пойду в это, вроде решила в другом платье, я иду, да. Там, в общем, решила, какое платье. Вот, ну, и, кстати, это тоже актуальное платье, и короткое, и не жарко. И так на видео смотришь, как будто и ноги чуть загорели, когда бы успели, я даже не знаю. И тут, конечно, я так поранилась. Вот, все вам показала, порезала ногу. И, в общем, заживает уже, но вроде сильно в глаза не бросается, можно. Ну, как-то так, как и есть. Как подросток, господи, как будто... где-то упавший на площадке. Вот, ну ладно. Вот, так что у нас насыщенный вечер перед последним звонком. Что у нас сегодня? Шеф-повар Настя готовит салат, значит, чипсы, помидоры, шпроты. Надо, правда, две банки, но у нас была одна, и я прослушала, что надо купить вторую. Но это, сути дела, не меняет. В общем-то, у нас выкладываются чипсы, потом выкладываются шпроты, сверху помидоры, можно добавить чеснока. Часто показываю вам такой рецепт. И смазывается майонезом, и сверху посыпается объемно-объемно большим таким этим сыром. Вот такой вот вкусный салат со шпротами. Вот. Получается, слой у нас чипсы, шпроты, помидоры, майонез. И сейчас я уже начала тереть сыр. Так что продолжаю сама делать салат. И сверху будет такой вот объемной шапочкой сыр. И будет салат вот готов. Салат уже готов. Всем приятного аппетита. Мы будем его дегустировать. Такой салат лучше делать к подаче, потому что, чтобы чипсы у вас просто не размокли. Ну что, ребят, давайте заценим. Сегодня классный руководитель Настя там написала. Настя, быстренько нужно кораблик на завтра. Ты нам руки покажи. Ого! Вот так вот. Вот так вот. Красота какая. Интересно, для чего? Тебе на вкус надо кораблик будет повесить. А, на последний звонок надо корабль повесить. Там же мужское тело. Какая красота. Просто, просто супер, супер. Кто чем занят, да? Максим ГТО готовится, бегает. Я пока Настю отвезла к репетитору, приехала, где он бегает. Я на велике катаюсь, пока он бегает на его. Вот тут у нас арена Металлург, Ледовый дворец, храм. Хорошо? Нормально. Отлично. Инструкции получила, как на велосипеде кататься. Аккуратно. В общем, вот так вот. Вот так вот. На самом катаюсь нормально, а тут сначала надо инструктаж пройти. Ну, правда, он мне большой, конечно, его велик, но попробую. А что делать-то? Эти полтора часа, пока Настя занимается у репетитора по обществознанию. О, красота! А река Урал вам видно? Так.
Река Урал. Вот так вот протекает. И через нее несколько мостов. Припекает. Жарко. Я в этих... В общем, оделась тоже по-спортивному. Красота. Жара. Загореть можно запросто. Сгореть даже, я бы так сказала. Все куда-то едут, а мы занимаемся спортом уже дома. Мне не получилось кататься на Максиме Велике. Он, во-первых, большой на меня, высокий. И все-таки все должно быть соизмеримо по размеру и адекватно, а не так, что я вообще просто даже, в общем, занималась спортом, но на велике я не каталась. Сейчас зашла в магазин, Пятерку, Магнит Косметик, Настю забрала. Ну, в общем, Максим на велике домой поехал, а я за ней к репетитору. Сейчас тоже кучу, значит, это купила. И самое главное, Магнит Косметик купила... Покажу вам, что неожиданная покупка из Магнит Косметика. Тик. Тика? Тик. Важно? Не важно. Ну что, это я беру такую бутылку с собой, жара, пить хочется. И вот у меня такая бутылочка. Но она, конечно, открывается, и там прям такое большое крупное горлышко. А в Магнит Косметик я купила шнурки для обуви. Ну, вот такие вот шнурочки. Муж дал задание, купи, говорит, шнурки. Не белые. Ну, я пришла. Так, еще колбаску взяли, сыр взяли, яблоки взяли. Так, курагу и чернослив. Это я там у нас в подвальчике, где фрукты продают. А это в Пятерке взяла по-быстрому, это Магнит Косметик. В общем, везде успела. Везде успела. Это мы так, к последнему звонку готовимся, что пошли гулять на велосипедах. Максим уже готова. Ждем, когда детей. Дети выйдут. Илюх на самокате, Настя за великом сейчас за своим зайдет. А вот, заберет его у бабы. Ну, в общем, и пойдем. Что случилось? Носки разные. Прически нет. Что? Это нормальные носки, мода. Одни и те же носки. Покажи, мы не видим. Вот, вот тут одно и то же живот, и тут. Серое и черное, мода, алло. Вот так вот. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.